Мемориальные доски педагогам Климовской музыкальной школы открылись сегодня. Станислав Грановский и Эмма Лазовская большую часть жизни посвятили музыке и детям. На открытии присутствовал глава Николай Пестов, коллеги музыкантов и, конечно же, дети. Эмма Лазовская проработала в музыкальной школе более 30 лет, является автором слов гимна Климовска. На ее стихи написаны песни и романсы о Подмосковье. Из жизни этот талантливый человек ушел в 2014 году. Станислав Грановский – заслуженный работник культуры России. В музыкальной школе работал с 1970 года, преподавал сольфеджио и музлитературу, был завучем и директором школы. Его не стало в 2004 году.